Всем привет! Копаю катальпы крупномеры заказчику. Вот такую вот красоту, уже сформированную. По цене халява. Первую вот выкопал. Корневая система. Вот такая вот шикарная. Корни крупные. В общем, готовое дерево. Морозом ее треснуло. Считаю, что жарой присушило. Но из спящих почек все продолжится. Также заказали вот эту вот самую большую катальпочку. Вот эту вот красоту. И вот еще вот это вот следующее за ней. Так что треть работы, треть труда сделал. Мошка грызет по полной программе. Поступил заказ на катальпы крупномеры. Я спешу его выполнить. Буквально через час уже приедут заказчики. А мне еще копать и копать. Ничего, буду торопиться. Все выкопаем, все успеем. Одну выкопал, вот вторая и третья. Красивые, сформированные. Выкопал очередной крупномер катальпы. Пятиметровая даже, 5+. Вот с таким вот шикарным стволом. Уже сформированная. Можно обрезать на шапку на тот диаметр, что нужно. Морозом ее побило, но это ничего страшного. Тут миллион спящих почек. Оно проснется и наоборот еще сильнее закустится. Ствол шикарный, вот он в середине. Вот такая вот корневая. Подрубал снизу топором. А потом она легко и завалилась. Вот такая вот. Горизонтально вышла корневая в основном. Все питательные вещества сверху. Вот оно все. И все корни пустило в горизонт. Ну, один корень вот был центральный. Его пришлось оторвать. Вот такая вот красота. Шикарный ствол. Катальпы выкопал. Получились красивые, красавицы. Стройные, ровные, высокие. Заказчики приехали, их забрали. Мы погрузили в легковой 2-метровый прицеп. Открыли передний борт, задний борт. Повязал я красную атласную ленту для гаишников. По идее, все там в габаритах. Заказчики рассчитались со мной денежкой. Пожелали всем друг другу счастья и здоровья. Всех благ и вам пока.